Всем добрый день. Приветствую вас на нашем вебинаре Cashback Vault. Сегодня я вам расскажу про бизнес-идею, которая активно продвигается в Латвии последний год. И есть люди, которые на этом уже активно и серьезно зарабатывают. И, конечно же, выслушав эту бизнес-идею, люди, которые сегодня примут правильное, скажем так, образованное решение, смогут тоже в будущем на этом зарабатывать. И поэтому расскажу вам эту идею, этот концепт. Напишите, пожалуйста, кто меня слышит и видит, видно ли хорошо картинку и слышно ли, и тогда мы сможем продолжить наш вебинар. Я вам расскажу про, что такое Cashback Vault. Итак, в свое время, где-то полтора года назад, в свое время меня познакомил с этим концептом. Меня звать Роланд, извините, я не представился. Да, меня звать Роланд, и меня в свое время познакомил с этим концептом. Итак, я, насколько понимаю, было меня сейчас не слышно, еще раз я повторю, в чем заключается, можно, какая у нас есть возможность. Все знают, все пользуются карточками дебетными и кредитными. Каждый раз, когда мы достаем нашу карточку и оплачиваем за какой-то продукт или услугу, банк с этого получает маленький-маленький процентик. Так вот, что нам предлагает компания Cashback Vault? Lycon – это дочернее предприятие Cashback Vault компании. Каждый раз, когда человек достает карточку, которая является кэшбэк-карта, и неважно, каким образом мы оплачиваем карточкой или наличными, у нас есть возможность точно так же с этого зарабатывать маленький процентик. Но когда делает это много-много людей в мире, то вы понимаете, что этот маленький процентик превращается в огромные деньги. Таким образом, конечно же, мы понимаем, что в банковской системе мы поучаствовать больше не можем, а Cashback Vault как раз-таки нам такую возможность и предлагает. Так что, в принципе, вы можете понимать уже, насколько серьезный бизнес, насколько глобальные и серьезные возможности. Кто нам предлагает такую возможность, это компания Cashback Vault. Компания работает, была основана в 2003 году в Австрии. Ее основатель Хуберт Фрайдл, вы видите с правой стороны наверху. И сегодня уже компания работает в 47 странах мира. И более 80 тысяч компаний-партнеров являются уже по всему миру. И, конечно же, у этих компаний-партнеров мы можем делать покупки и получать себе кэшбэк. Так вот, на сегодняшний день, как вы видите, 47 стран мира и 80 тысяч партнеров. Это было сделано за предыдущие 13 лет. Так вот, за следующие 13-14 лет план у компании сделать огромнейший скачок. Это 100 стран, 10 миллионов компаний-партнеров и миллиард пользователей. Таким образом, этот скачок начал происходить уже сегодня, и мы можем в этом успешно поучаствовать. В принципе, если говорить о самом бизнесе, то можно сказать, что это самый большой бизнес в мире вообще, который только может существовать. Почему? Потому что он связан с повседневными покупками. И абсолютно не важно, что люди покупают, и мы в том числе это продукты или топливо, или мы путешествуем, или оплачиваем счета за мобильные телефоны и электроэнергию. На этом всем мы, как люди, участвующие в этом бизнесе, можем зарабатывать. Поэтому, если мы будем говорить вообще о возможности этого бизнеса, то это самый глобальный бизнес в мире. И если мы говорим, опять-таки, что сегодня мы проснулись утром, начали делать свои покупки, на других континентах пошли люди, может быть, спать, проснуться позже, мы пойдем спать, там покупки начнут люди только делать. Таким образом, это происходит 24 часа в сутки, 365 дней в году. И в этом всем мы можем поучаствовать. Если говорить о продукте самом Cashback Vault, то это такая карта, которая, в принципе, нацелена на то, чтобы объединить все карты лояльности, которые у нас есть в кошельках. Это, конечно же, самая большая проблема всех покупателей в мире, слишком большое наличие карт в кошельках, которые даже у нас не помещаются уже в кошельки, и мы вынуждены их где-то разбрасывать дома на каких-то полочках и так далее. Так вот, есть такая карта, которую нам предлагает Cashback Vault, которая стремится объединить эти все карты вместе, и мы одной карточкой можем пользоваться в разных сегментах, делать разные покупки и, помимо этого, по всему миру, не только глобально, не только конкретно, допустим, в Латвии, ну и во всех 47 сегодня странах мира, то есть это вся Европа, Канада, Америка, Бразилия, ЮАР, Сингапур, Австралия и так далее, так далее, так далее. То есть, в принципе, мест уже достаточно много. В Латвии на сегодняшний день
Это около 300 мест. Я думаю, что многие компании, которые вы видите, они вам знакомы. И мы также можем в этих компаниях уже на сегодняшний день пользоваться этой карточкой и получать кэшбэк, получать себе выгоду, получать скидку. Также, конечно же, вы можете посмотреть, что более 80 тысяч партнеров, это более 300 тысяч мест, где мы можем пользоваться этой карточкой в 47 странах мира. И, что очень важно, более 8,5 тысяч интернет-магазинов тоже являются партнерами Cashback World. И вы можете видеть такие компании, как Booking, как eBay, как AliExpress и так далее, и так далее. В принципе, все самые известные и популярные интернет-магазины, они все уже в системе. И Cashback World на сегодняшний день является самой большой интернет-платформой для интернет-магазинов в мире. Сейчас вам покажу концепцию бизнеса, расскажу, как вообще работает бизнес. И, конечно же, тогда вам станет понятно, как люди пользуются этими картами и как на них мы, люди, участвующие в этом бизнесе, можем зарабатывать. Представьте себе маленькие, средние, большие компании. Будем говорить сегодня про Латвию. Конечно же, все борются за покупателя, за наши кошельки. И это все происходит непрерывно, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Конечно же, обычно выигрывают большие компании, потому что у них больше маркетинговый бюджет, больше могут потратиться на привлечение новых покупателей, на рекламу и так далее, так далее, так далее. Так вот, конечно же, сегодня очень-очень популярно создавать свои программы лояльности, и нам эти все программы лояльности, мы достаточно часто в них участвуем, потому что нам эти карточки каждый раз суют новые, 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 и мы не знаем, куда их девать. Так вот, конечно же, для предпринимателя очень удобно, то, что не надо ничего придумывать, не надо самому ничего организовывать, можно только стать партнером компании Cashback World, и компания интегрируется уже в саму систему, и таким образом она, компания, принимает участие в программе лояльности, которая на сегодняшний день является, в принципе, лидером, да, программа номер один в мире. То есть программа готова, для компании также есть система работы с клиентами, и, конечно же, реклама, что делает Cashback World, рекламирует себя и своих партнеров пожизненно. Например, на сегодняшний день, что происходит уже в Эстонии, уже второй год происходит активная реклама, и компания Cashback World рекламирует себя по телевидению, по радио, интернет, билборды и так далее, и своих партнеров. И это все, конечно же, тоже включено в эту всю программу. Так вот, представьте себе, что вы приходите к такой компании, как пользователь, такой компании-партнером, и вам дают, также дает компания карточку, но эту карточку, она с логотипом этой компании, и вам говорят, что в следующий раз вы к нам придете, вы получите точно так же скидочку, но с этой карточкой вы можете пользоваться по всему миру, более чем в 300 тысяч местах компаний. И точно так же, если вы делаете покупки в AliExpress, в eBay, Booking.com и так далее, вы пойдете сегодня домой с нашей карточкой, с этой карточкой компании, с этим логотипом, вы все равно получите скидку в этих в интернет-магазинах. И таким образом вы понимаете, что эта карточка намного действительно весомее, она много функциональная, и она кардинальным образом отличается от простых карточек, которые нам дают компании в разных местах. Второе, это есть очень удобное приложение телефона, где можно скачать app, и вы можете видеть ближайшие компании партнеров того места, где вы находитесь. Точно так же вы можете поставить любую из 47 стран, и точно так же посмотреть, какие есть партнеры там. Если вы где-то путешествуете, это очень удобно, и также вы можете видеть, где можно покушать, где можно заправить автомобиль, где можно остановиться в гостинице и так далее, так далее, так далее. И, конечно же, компании-партнеры всегда предлагают лучшие предложения для наших покупателей. Таким образом, у нас есть возможность получать от компаний по всему миру лучшие предложения и себе экономить деньги. И, конечно же, карточка работает по всему миру. Так вот, как работает система? В Латвии план набрать с каждого сегмента бизнеса около 30% компаний. То есть, образно говоря, если мы говорим, что в Риге есть, скажем, 100 ресторанов, чтобы 30 ресторанов из них было партнерами Cashback World, и план раздать 600 тысяч карт активного населения народа в Латвии. Таким образом, вы понимаете, что эти 600 тысяч
человек, имея эту карточку, они в массе своей, скажем так, не будем говорить на 100%, но в массе своей двинутся делать покупки компаниям-партнеров, и, соответственно, у компаний-партнеров, конечно же, увеличивается оборот и увеличивается прибыль, то, что, в принципе, и нужно компаниям. Теперь, если вы посмотрите, конечно, на эти обе половины, компании-партнеры и люди, которые просто пользуются карточкой, то вы видите, что все выигрывают, потому что у компании увеличивается оборот, увеличивается прибыль. Это то, что и нужно компаниям. Люди себе экономят, себе и родным, близким себе экономят деньги. Да? Так что, в принципе, все здесь выигрыши. Но почему мы сегодня, я вам хотел рассказать этот весь бизнес-концепт, потому что, конечно же, это все очень удобно и прекрасно для компаний, партнеров и для пользователей. Но здесь еще есть третья сторона. Это компания Liconet, дочернее предприятие, как я вам говорил ранее. И люди-маркетеры – это люди, которые развивают этот рынок. То, чем сегодня мы активно в Латвии начали заниматься. Так вот, что самое важное – это люди-маркетеры, которые развивают этот рынок, имеют возможность пассивного дохода и возможность зарабатывать с товарооборота не только в Латвии, но также и со всего мира, да, то есть участвовать в глобальном товарообороте. Что самое важное, я вам говорил, что в Латвии будет роздано 600 тысяч карт, так вот, каждая карточка посчитана, что будет приносить примерно для маркетера 1 евро в месяц. Да? Так что вы можете сами понимать, о каких цифрах идет речь, то есть, в принципе, делится пирог 600 тысяч евро каждый месяц дохода. Да? На сегодняшний день могу сказать, что роздано чуть больше 40 тысяч карт, так что, в принципе, 560 тысяч людей, карточки даются бесплатно, просто ждут, когда им эти карточки выдадут, они просто о них не знают. Но вы понимаете, что люди себе будут экономить деньги, конечно же, они с удовольствием эти карточки возьмут и с удовольствием будут пользоваться ими. Поэтому, в принципе, у нас, у маркетеров есть возможность присоединять компании. Компании раздают карты. И таким образом, сколько компания раздала карт, да, мы можем, конечно, присоединить одну компанию, две, можем 10, можем 100 компаний присоединить. И таким образом, чем больше компаний раздадут карт, это все будет объединение наше объединение покупателей. То есть, допустим, конкретно меня как маркетера, и я с каждой карточки буду зарабатывать 1 евро в месяц. Поэтому, конечно, на сегодняшний день у каждого еще есть возможность, кто хочет сколько зарабатывать, кто-то хочет 1000 евро, кто-то 10 тысяч, кто-то, может быть, хочет 100 тысяч и так далее, и так далее. Пока что рынок еще свободен, и в этом всем можно поучаствовать. Таким образом, представьте, что у нас план это все сделать до 2030 года, раздать 600 тысяч карт, и в 2030 году, конечно же, все уже будет активно работать. Так вот, представьте, что 2030 год наступит достаточно быстро, время летит быстро, когда-то 2017 год нам казался далеким, мы в нем уже живем. Таким образом, вы понимаете, что 30-й год наступит достаточно быстро, и вы понимаете, что в Латвии будет 600 тысяч пользователей. Да, я извиняюсь, здесь немножечко ошибка. К 2020 году план раздать 600 тысяч карт, и к 2030 году это миллиард карт по всему миру, да, как я вам говорил ранее. Так вот, представьте, что в 2020 году будет роздано 600 тысяч карт, и люди будут с удовольствием пользоваться этими картами, экономить себе деньги. Люди, которые участвуют сегодня в этом бизнесе и организовывают этот рынок, будут с этого зарабатывать. Да, пассивно, и в принципе, конечно же, вы понимаете, что у людей уже вы не сможете людям сказать не экономьте себе деньги. Таким образом, этот процесс будет происходить непрерывно, и каждый месяц, каждой картой мы будем зарабатывать 1 евро. И, конечно, что вы можете сегодня себе задать вопрос, какую часть рынка хотели бы вы себе получить. Потому что, в принципе, мы говорим не только о сегодняшний день о Латвии, но, как мы и говорили, что у Cashback World план раздать миллиард карт. В этом тоже мы сегодня можем поучаствовать. Как это будет происходить, я вам чуть попозже расскажу. В принципе, что если вас заинтересовал этот проект, то, конечно же, вам надо стать маркетером. Как начать? Есть три пакета. Основная сумма, которую вы инвестируете в ваш бизнес, это, скажем так, инвестируете 49 евро.
куда входят рекламные материалы, 15 карточек, которые вы можете раздать, кэшбэк-карточек, которые вы можете раздать своим близким и знакомым, потому что вы понимаете, как работает система, и лучше эти карточки раздать своим близким самим, конечно же, чтобы не дал какой-то, чтобы карточку там любимый человек или мама или брат не получили с какого-то магазина, а лучше дайте вы, и вы будете как бы с этого зарабатывать, а не кто-то чужой. И, конечно же, самое главное в этот пакет – это входит ваш онлайн-офис, где вы можете видеть, как развивается ваше объединение покупателей. Что, конечно же, важно для бизнеса – видеть, как развивается объединение. И, в принципе, эта инвестиция 49 евро. Плюс есть выбор из трех вариантов, как вы видите. Это плюс 50 евро, плюс 350 евро или плюс 2400. Это дискаунт-ваучеры, вы понимаете, что здесь речь идет о программе лояльности, поэтому, если можно перевести на русский язык, это скидочные купоны, где вы, в принципе, этой суммой показываете ваше желание делать покупки у партнеров Cashback World. То есть, чем больше вы эти деньги вы возвращаете через скидки в покупках, но чем больше вы эту сумму покажете Кэшбэк Волда на сегодняшний день, что вы будете делать покупки на такие суммы, тем больше, конечно же, вы и на сегодняшний день тоже будете зарабатывать. То есть, в принципе, пакет состоит из таких вариантов, как 49 плюс 50, плюс 350 или плюс 2400. И на сегодняшний день мы тоже уже зарабатываем с того, что мы делаем, что мы работаем. Да, не только пока что еще одна карта 1 евро, но и также какие-то мы присоединяем компании, создаем команды и так далее, и так далее. С этого мы тоже зарабатываем. Поэтому, в принципе, два человека, делающие одну и ту же работу, но человек, который зарегистрировался за 99 евро и человек, который зарегистрировался за 399 евро, вы видите разницу в 7 раз. Так вот, в принципе, человек, который зарегистрировался за 399 евро, он зарабатывает на сегодняшний день в 7 раз больше. Если мы говорим про пакет в 2449, то вы понимаете, что здесь разница, если сравнивать с первым пакетом в 48 раз, то так оно и получается, что, в принципе, человек зарабатывает за ту же самую работу, которую сделал тот же человек, который за 99 зарегистрировался, в 48 раз больше. Но могу сказать вам сразу, можно, конечно, регистрироваться за минимальный пакет и, узнав, как работает система и почему действительно через вот эту возможность показать суммой свое желание делать покупки, вы зарабатывать будете больше. И таким образом всегда можно сделать апгрейд. И, конечно же, эти деньги, которые вот в оранжевых кружочках 50, 350 и 2400, эти деньги остаются на вашем внутреннем, можно сказать, счете, да, это ваши деньги, то есть вы их возвращаете через скидки в покупках. И, конечно же, что очень важно, вы понимаете, что пакет за 2449, он дает такой бизнес-статус, мы называем это премиум-маркетер. Премиум-маркетер может участвовать как раз-таки в глобальном товарообороте. Есть такая программа Cloud. Clouds, я вам про нее чуть попозже расскажу. Как можно работать, как можно двигаться? Конечно, есть разные стратегии. Сейчас я вам покажу два варианта, которые, в принципе, стратегии самые популярные. Один вариант, вы становитесь, конечно же, маркетером. У вас есть куча знакомых, у которых есть свои бизнесы, свои компании. Мы рассказываем, помогаем вам, конечно же, в этом. Изначально идем на встречу, рассказываем вашим друзьям, компаниям про программу лояльности. Они присоединяются в систему и, конечно же, раздают карточки. И таким образом эти все карточки являются вашим объединением покупателей. Есть второй вариант. Вы можете рассказать об этом бизнесе своим друзьям. У друзей тоже есть бизнес-контакты. Точно так же присоединяются компании. Компании раздают карточки. И вы видите, что, в принципе, в вашем объединении покупателей гораздо больше может быть роздано карточек. Но, конечно же, не надо отказываться от своих бизнес-контактов. Если они у вас есть, то, конечно, надо идти. И, в общем-то, оба варианта имеют место быть. Некоторые работают только по одному из вариантов.
Но основная масса людей, конечно, участвующих в этом бизнесе, работают в обоих направлениях, потому что вы понимаете, что так можно активнее и быстрее достичь целей и результатов. Конечно же, у каждого бизнеса есть план. Что нам нужно сделать? Что нужно сделать? Конечно же, рассказать своим друзьям про этот бизнес. Это могут быть 5 друзей, конечно же, могут быть 2 друга, может быть 20. Зависит от вас, как много друзьям вы хотите рассказать. И таким образом, по статистике, у одного из наших друзей обязательно, в принципе, есть хотя бы у одного есть свой бизнес, и друг присоединяет сразу же свою компанию. Таким образом, последующие 12 месяцев это все дублируется, потому что ваши друзья тоже хотят рассказать своим друзьям. И через 12 месяцев у нас в нашем объединении есть 156 компаний. Так вот, представьте, что если 156 компаний раздадут всего лишь 250 карт, что, в принципе, понимаете, это очень мало, одна карточка всего лишь в день своим клиентам, и таким образом за год будет раздано 39 тысяч карт. Так вот, что очень важно, когда люди делают покупки с кэшбэк-картой, они получают конкретную скидку, получают реальные деньги себе на счет обратно, сумму скидки, плюс есть еще шопинг points, такие шопинг пункты называемые, где у людей эти накапливаются как внутренняя накопительная такая валюта. Вы знаете, в многих системах, во многих программах лояльности это тоже есть. Единственное, чем отличается Cashback Vault, тем, что эти shopping points никогда не сгорают, и мы их можем поменять на спецпредложение в любой другой компании по всему миру на тот продукт, который нам нужен и нам интересен, а не только на какие-нибудь там плюшевые мишки. Да? Так вот, когда эти 39 тысяч людей делают покупки хотя бы на 250 евро, они получают себе кэшбэк, реальные деньги на счет, и эти самые шопинг-пункты. Так вот, все шопинг-пункты, которые получают эти 39 тысяч человек, участвующие в этой системе, они в разрезе месяца, каждый месяц начисляются, генерируются нам. Да? То есть каждый человек получает себе шопинг-пункты с покупок, а мы все эти шопинг-пункты тоже получаем себе. Это и есть, в принципе, наша валюта маркетеров, как мы зарабатываем в Лайкадете. Так вот, таким образом это будет генерировать под собой 400 тысяч шопинг-пунктов. У нас есть бонусная программа, скажем так, карьерная лестница, где мы зарабатываем на сегодняшний день, строя рынок, уже зарабатываем деньги. И вы видите внизу синенькие кружочки, шопинг-пункты, да, и 400 тысяч шопинг-пунктов. Вы видите, это 6-й уровень. В принципе, средний доход человека, находящимся на 6-м уровне, маркетера, это примерно, видите, где-то 16 тысяч евро. Так вот, конечно же, для того, чтобы этого всего достичь, нужно поработать, нужно немножечко, конечно же, повстречаться с друзьями и знакомыми. Но, конечно же, если вы даже не сможете сделать такого большого, скажем, относительно большого результата, скажем, только сделаете, у вас может быть не так много времени, вы работаете, у вас есть своя основная работа и так далее, и так далее. Сделайте хотя бы половину от этого результата, то вы понимаете, это будет 200 тысяч шопинг-пунктов, вы все равно будете находиться на 5-м уровне, в принципе, ваш средний доход будет также в районе 6 тысяч евро. Конечно, здесь мы каждый сам выбираем, на каком уровне мы хотим находиться, и таким образом стремимся к этим уровням и зарабатываем в зависимости от уровня. Вы видите, что 7-8 уровень, там доходы уже более 100 тысяч евро, и, конечно же, каждый маркетер стремится к этим уровням, и, в общем-то, вы понимаете, что это пассивный, пожизненный наш доход ежемесячный. Таким образом, то, что я вам рассказал, это, конечно, активная работа, здесь нужно поработать. Для того, чтобы достичь таких результатов, никто не буду вам рассказывать, что это вы, если будете дома сидеть на диване, смотреть телевизор, все само будет происходить. Конечно, нужно немножко поработать, нужно рассказать своим друзьям или привести друзей на встречу с человеком, который может рассказать, или послушать вебинар, и точно так же компании. Но помимо этого есть программа Clouds, в принципе, где маркетеры могут еще и, скажем так, пассивно участвовать в разделении рынка. Почему? Потому что каждый маркетер мечтает иметь
общество покупателей не только в стране, в которой он живет, если мы сегодня говорим про Латвию, то да, не только в Латвии, но и по всему миру, потому что вы уже знаете, что программа работает в 47 странах мира. Так вот, у нас у маркетеров есть такая возможность участвовать в программе Clouds и себе, скажем так, также приобретать участников по всему миру. Как это работает? Как я вам говорил, у Cashback World цель до 30 года раздать миллиард карт. 100 миллионов компания оставляет нам, маркетерам, активно подключать компании, и компании раздают карты. 900 миллионов компания Cashback World будет подключать и уже подключает, сама раздает карты через огромные корпорации, и так далее, так далее, так далее. 900 миллионов для нас, для маркетеров, это будет происходить пассивно. И в этой программе Clouds могут участвовать премиум-маркетеры и компании-партнеры. Как это вообще происходит? Конечно же, вы знаете, что 47 стран, но есть такая возможность участвовать, но в некоторых странах уже эта программа была, и она, в принципе, распродана. Но, в общем-то, можно увидеть, что еще достаточное количество стран открыто, и в них можно поучаствовать. Как это происходит? Через веб-платформы, где люди регистрируются, участники сами, через фан-клубы спортивных организаций больших, где много фанатов и так далее, через футбольные, хоккейные, гольф-клубы и так далее, через сети магазинов и, конечно же, через большие корпорации и пенсионные фонды. И, конечно же, вы понимаете, что люди делают каждый месяц покупки, экономят себе деньги, и нам генерируются эти шоппинг-пункты. Так вот, первая программа была, конечно же, в Австрии, поскольку Cashback World компания австрийская, и был присоединен футбольный клуб, самый большой в Австрии, Rapid Vienna, где, в общем-то, около миллиона фанов, и уже в течение года активно карточка раздается фанатам, где фанатам на стадионе, когда происходят игры на стадионе Рапида, и таким образом стоят стенды и выдают карточки бесплатно фанам и говорят, что, пожалуйста, когда вы будете пользоваться этой карточкой, вы будете экономить себе до 5% плюс shopping points, и Рапид будет себе всегда иметь с этих покупок 1% дружеский бонус. И таким образом было посчитано, что если 700 тысяч хотя бы фанов будут пользоваться этой карточкой и тратить хотя бы 300 евро, что вы понимаете, что в Австрии это очень смешные деньги, да, на те же самые продукты и топливо, так таким образом будет у Rapid в течение года генерироваться примерно 25 миллионов евро. Вы понимаете, что да, всего лишь 1% генерирует такие сумасшедшие деньги для Rapid. Это, в общем-то, достаточно серьезные деньги для развития клуба, команды и так далее, так далее, так далее. И, конечно же, вы видите, что сделана полностью брендовая карта. И уже теперь, на сегодняшний день, Rapid Vienna сами заинтересованы продвигать эту карту, потому что они с этой карточкой могут зарабатывать себе достаточно большие деньги. Также программа была в Словакии и Чехии. В Словакии вы знаете, что более популярен хоккей. HC Slovan, многие знают, играют в КХЛ, играли и в прошлом году два раза с Динамо Рига в Латвии. Таким же образом раздаются карточки, и точно так же фаны пользуются карточкой, экономят себе деньги, и Slovan с этого тоже имеет 1%. Очень активно программа развивается в Польше. В Польше сразу присоединили 4 футбольных клуба самых популярных. И, конечно же, у этих клубов в общем количестве более 16 миллионов фанов, что, в принципе, является чуть ли не половиной Польши. Да? Таким образом, тоже раздаются карты, и фаны пользуются этим карточком, и этим клубом генерируются деньги. Так вот, что еще очень важно в Польше, конечно же, мы говорим, что люди больше всего тратят денег это на питание и на топливо. В Польше таким образом тоже уже присоединен в систему сеть магазинов Carrefour, французская сеть продуктовых магазинов, которая, в принципе, является в Европе самая большая, вторая в мире. И таким образом более 100 магазинов по всей Польше тоже работают уже на кэшбэк-карту. И также они раздают кэшбэк-карту, да, и это все тоже входит в эту программу Clouds. И, конечно же, компания Orlen, кто ездит в Польшу, бывал, то не мог не заметить эту компанию, эти бензозаправки, более 1000 бензозаправок
по всей Европе. Таким образом, конечно же, в Польше уже активно раздаются эти карты, и людям есть где активно пользоваться этими карточками. На сегодняшний день самый большой проект, который был, договор, который был заключен на Cashback World, это MotoGP, компания MotoGP. В общем-то, на сегодняшний день тоже раздает уже, начала раздавать карточки. И таким образом более в 20 странах мира более 300 миллионов фанов. Таким образом, конечно же, вы понимаете, только через MotoGP будет роздано более, скажем так, уже почти треть от плана Cashback World, да, раздать миллиард карт. Так что все происходит, активно происходит, и в этом всем мы можем поучаствовать. В принципе, как это все работает, в каждом клауде есть определенное количество мест ограниченное, и в каждой стране раздаются фанам карточки. Фаны пользуются этими карточками, генерируют каждый месяц, себе делают, себе, конечно, получают скидку и shopping points, и все эти shopping points генерируются в этот клауд и на, пропорционально каждый месяц делятся на количество участников в этом клауде. Да? Таким образом, мы себе имеем те же самые shopping пункты, которые идут в нашу карьеру, и мы получаем с этого еще и зарплату. И помимо этого есть еще очень там серьезные большие возможности дохода. Я думаю, что каждый, кто вас пригласил в эту на сегодняшний вебинар, сможет вам более подробно об этом тоже рассказать. Конечно же, специального выпуска Limited Edition, дискаунт ваучер стоит 1500. Есть, конечно, место в клауде, но компания позаботилась о том, чтобы мы, маркетеры во всем мире, тоже могли в этом поучаствовать. В принципе, мы можем говорить, что риски равняются нулю. Конечно же, в общем-то, говорить, что риски где-то когда-то в чем-то равняются нулю, нельзя, но, в принципе, они действительно стремятся к нулю. Почему? Потому что все завязано на покупках, и вы понимаете, что до тех пор, пока люди будут делать покупки и экономить себе деньги, до тех пор будет и наша возможность зарабатывать. Так вот, в принципе, если вы хотите приобрести такой дискаунт-ваучер 1500 евро, то вам надо быть премиум-маркетером, и это, если вы помните, тоже стоит 2400. Так вот, конечно же, в договоре описывается и сказано то, что через, в зависимости от программы, где-то от 2,5 до 3,5 лет, эти деньги возвращаются вам на счет. И после этого каждый месяц вы получаете, генерируется шопинг-пункт, с которых вы тоже получаете выплаты. Поэтому, конечно же, риски являются нулю, потому что, в общем-то, мы даем Лайносу попользоваться деньгами, они развивают эту программу, раздают, подключают компании, клубы и так далее, раздают эти карточки фанам, и мы деньги себе через какое-то время возвращаются нам на счет, и мы после этого зарабатываем себе дополнительные доходы. Так вот, если посмотреть, на сегодняшний день есть три открытых клауда. Это Балканы 1, Балканы 2 и Италия. Конечно же, мы очень долго ждали Италию. Италия открылась как раз в этом месяце. Мы знаем, что из трех клубов Интер, Ювентус и Милан, у двух клубов уже подписаны договора. Вы понимаете, что это десятки миллионов фанов, не только в Италии, но и по всему миру. И таким образом, конечно, мы можем воспользоваться и себе, скажем так, стать спонсорами карточек в разных странах мира. Как выглядит на сегодняшний день ситуация? В общем-то, в Австрии, вы видите, было 8888 мест, в Чехии и Словакии почти 12 тысяч мест и так далее. Так вот, эти, конечно же, 4 клауда распроданы, но на сегодняшний день есть Балканы 1, Балканы 2 и Италия. В принципе, мы знаем, что после Италии в октябре будет открываться Испания, Португалия и все остальные развитые страны, Англия, Франция, Германия и так далее. И мы говорим о том, что, в общем-то, кто успеет сегодня участвовать в этих трех клаудах, которые на сегодняшний день открыты, те смогут поделить оставшуюся, скажем так, Европу, потому что, в общем-то,
есть право первой руки у людей, которые участвуют в предыдущих клаудах, у них есть право первой руки участвовать в следующем клауде. Так вот, вы видите, что в итальянском клауде 88 888 мест, и мы понимаем, что в общем-то в Испании, Португалии, в та же самая Франция, Англия, будет примерно такое же количество мест, если не меньше, и люди, которые уже будут участвовать в клауде в итальянском, они, конечно же, смогут и участвовать в остальных всех клаудах, то есть новые люди уже не смогут в этом поучаствовать, поэтому, конечно же, если вам интересна эта программа, то надо достаточно быстро принимать решение, потому что, в общем-то, клауды, эти места достаточно быстро распродаются, и такой возможности уже не будет. Таким образом, я вам хотел рассказать про эту пассивную часть бизнеса. Вы видите, что есть разные возможности у компании, есть возможности активно работать, есть возможности и пассивно участвовать в других мировых рынках, и есть, так сказать, очень большой спектр предложений, которые компания нам выдвигает. Так вот, если вас заинтересовало, спасибо вам, что вы сегодня прослушали наш вебинар. Если вас что-то заинтересовало, конечно же, встретитесь с вашими людьми, которые вас пригласили на этот вебинар. Они вам расскажут более подробно какие-то нюансы, какие-то вопросы и так далее. И в заключение я хочу вам еще сказать, что пригласить вас на семинар в Турин, который будет проходить с 11 по 13 сентября, и будет вести его Эрик Воре. Это, в общем-то, скажем так, один из самых лучших тренеров, бизнес-тренеров нашего сегмента, где он за 3 дня активно и популярно расскажет стратегии, расскажет, как работать, как двигаться, потому что можно, конечно, делать свои ошибки и пробивать лбом в стену, да, но можно сделать, можно обучиться и за 3 дня все узнать и активно работать и успешно и получать от этого бизнеса удовольствие. Спасибо, что сегодня были со мной, что выслушали меня. Всем удачи, хорошего дня.